предприятия, магазины, учреждения здравоохранения и образования, многоэтажные дома. Вчерашний рейд по этим объектам привел к неутешительным выводам. Город оказался в ледяном плену. Если где на крышах и нет сосулек, есть снежные шапки, которые могут съехать в любую минуту. К тому же ближайшее потепление превратит снег в наледь, и даже очищенные от сосулек крыши придется снова приводить в порядок. Работу необходимо постоянно держать под контролем. Значит, если нет возможности своевременно взять этот подъемник, сбить, или нет специалистов, которые могут скромно сделать эту работу, ограждения, предупреждающие таблички, выставлять в обязательном порядке, вплоть до того, что организовать дежурство кого-то, дворников, актеров, я не знаю, для того, чтобы предупреждать людей, которые могут пострадать в результате схода снега или льда. Пока провинившиеся руководители получили предписание. Однако, если за ними не последует конкретных действий, им грозит более жесткое наказание. Штраф на юридическое лицо за непринятие необходимых мер достигает 40 тысяч рублей. Это касается и управляющих компаний, в адрес которых также было высказано немало претензий. 4-5 домов – это мало. С учетом того, что вы любите отдыхать в субботу, в воскресенье. Никаких суббот, воскресенье у вас сейчас не должно быть. Никаких суббот, воскресенье. Ни праздников, ни выходных. Второй вопрос заседания касался подготовки городских служб и предприятий к весеннему паводку. Был озвучен комплекс необходимых мер, чтобы город не пострадал от половодья. Перед дорожными службами была поставлена задача своевременного вывоза снега во избежание подтоплений.